Приветствую всех! Хочу всех поблагодарить, кто поддерживает этот канал подпиской, лайками, а также оставляет теплый отзыв в комментариях. Проанализировал свои видео и ваши вопросы в комментариях. Далее я посмотрел видео по написанию музыки на других YouTube каналах и увидел, что есть большие пробелы в этой теме. Поэтому эти видео я начинаю серию других видео на тему «Как начать записывать свою музыку». Мы с вами от самого начала и до создания и завершения проекта пройдем этот путь вместе. Частота этих видео будет зависеть от вашего непосредственного участия. В комментариях задавайте вопросы, анализируя их, мы будем насыщать видео информацией. Также для дополнительного общения студия Homerus есть в Телеграме, ссылочка будет в описании. Также какие-то нюансы мы будем дорабатывать на стримах. Какие темы нас будут ожидать в этих видео? Мы выберем компьютер, выберем ноутбук, поговорим о модернизации, выберем звуковую карту и исходить будем от самого малого бюджета. Далее я расскажу, как следить за системой. Работать будем Windows 10, но это также подойдет и к 7 и к 11 версии. Если нужно, мы внесем какие-то потом поправки. Далее мы рассмотрим установку ПО. Для начала мы рассмотрим бесплатный софт, в дальнейшем рассмотрим бесплатные ресурсы, вы знаете, о чем я. Ссылки на разного рода файлы я буду архивировать и давать вам ссылочку под видео на скачивание их. Также мы рассмотрим, как правильно устанавливать софт, куда и как помещать VST-плагины, чтобы сберечь наше пространство на жестком диске. Далее видео пойдут на тему по созданию и записи музыки. И все это закончим сведением и мастерингом. Еще раз напомню, что активность выходов видео будет зависеть от вашего интереса. От вас лайки, комментарии, вопросы. И вместе с вами мы создадим эти серию видео, как начать записывать музыку самостоятельно. Итак, всем отличного саунда, добра, здоровья и до скорых видео на канале Studio Homerus.